Так, мы проснулись. Ой, в итоге мы тут все перетусовались. Сначала здесь спал Илья. Я спала там. Ну, как спала? Ну, решили, что будем так. Здесь Серега с Андреем. В итоге сюда лег Илюха, сначала перебазировался туда, потому что здесь кондиционер, он мерзнет. Потом Серега убежал сюда, и я к Андрею. Мы тут тусовались полночи. Так что мы-то проснулись, сейчас соберемся. Господи, хоть я не знаю, я хочу сегодня хотя бы один стульчик где-нибудь надыбать, потому что без стульев, ну вообще, ни вещи в нее не повесить, ничего, вот так прям на тумбочках и валяются. И так как здесь совсем другая жара, я, конечно же, убрала челку, беру с собой бандану. Вообще, я не очень люблю всякие шляпы, панамы, знаете, вот это да, все. Но здесь, да, здесь это без вариантов, потому что здесь такое палевное солнце. Плюс к этому дети еще берут с собой, будут ходить в футболках, потому что можно сгореть тут сильно, черные. Очень сильно, да. Здесь все прям черные такие. Ну, вчера было вообще 37 градусов, 37 вечером. Да, Андрюша выложил мои тапочки теперь. Они теперь здесь не нужны, потому что камней-то здесь нет, здесь песочек. У нас бардак полный, потому что ни стульев нет, ничего. Вот в этом плане вообще неудобно, и конечно. Комната маленькая после тех. Да, комната маленькая после тех хоромов. Это какая-то тетя Лена сказала. Ну, хорошо отдохнули, ну, в хорошем доме, и хватит. Я говорю, добрая бабушка. Не, ну все равно, ладно. Мы-то вообще сюда ехали за пляж. Здесь пляж хороший, пляж хороший. Да, пляж, конечно. Да, там был хороший дом, здесь хороший пляж. Mm-hmm. Это не реклама, я не рекламирую, но вдруг кто-то захочет. Вот, Сакский район, село Поповка, улица Рыбалка. Ну и вот телефоны. Ну, такое, для среднего проживания. Для двоих нормально номер, а для четверых, блин, это капец. Для одного нормально. Да, одного-двоих максимум. Боже, коровка вот на утонула, листичке. Утонула, что? Вот на листичке лежит. Давай ее спасем? Давай? Давай. Ну что, она утонет, блин. А машина уже утонет? Нет, она живая. Да? Коровка-то живая, не? Ой! Да, живая. Вот она поползла. Мы спасли божью коровку. Мы ура! Супермены! Все, пошли. Жопку. Жопу же коровки. Excuse me. Мы куда идем? В Z-City? Эй. Мы идем куда в итоге? В Z-City или на наш? Ой, ну или куда там? На наш. Не наш. Я хочу где побольше людей, потому что там поменьше медуз. А здесь некому их разгонять. Я хочу на наш. Да, я думаю, да. Ну смотри, где много людей, логично, что они все разогнали их хотя бы немножко. Да, надо, где больше людей, я хочу там. Да, и я так считаю, надо идти туда, где больше людей. Пойдемте, где центральная улица, где жратва. Туда? Пойдемте в центральную улицу, где жратва. Опять, где жратва? Я не знаю, наверное, вот подписчики над нами просто уже тащатся. Ладно, хорошо, пойдемте туда, где много людей, где много жратвы. Сергей. Ты же первый скажешь, пошлите в магазин. А завтра пойдем в другой. А завтра пойдем в Z-City, да. Шум. Здесь такое, здесь уже такой чисто пляжный отдых. Здесь никаких развлекаловок особо нет. Ну как это, мы на корабле там поплавали, в дельфинарии сходили. Здесь такого вообще нет ничего. От слова совсем. Здесь чисто пляж, все. Так что дальше влоги будут какие? Пляж, магазин, столовка. Я не знаю даже, что здесь можно, как здесь можно развлечься. Да. Каждый взял себе по вкусняшке. Я ничего не брала. Дети взяли мороженое Сникерс. Вон Илья уже доедает. Папа себе взял другие вкусняшки. А я себе ничего не брала. Две бутылки пива. Я ничего не брала. И я. Все расстраивается, все строится. На улице не облачко. Уже такая... Приятная жаришка. Наверное, я не знаю, градусов 30 очень точно вкусно, есть, да? Она прям похожа. На Сникерс, шоколадку, да? Угу. Классно. Мы сейчас идем, знаете, куда? На улицу Центральная, на Центральный пляж, где много народу. Мы дошли до пляжа Мирный. Вот, видно?
Сейчас пойдем посмотрим. Здесь даже на пляже есть магазин. Это очень клево. Если захотим там что-нибудь попить. Мороженка, чипсы. Ну, такое, да. Сейчас посмотрим здесь по людям. Ух ты, какие. Это у нас бар. Бар на пляже. С подушечками, чтобы можно было сидеть. Клево. Лежаки вот есть. Вот эти вот шатры. Или как их назвать? Массаж. Можно сделать массаж. Массаж, я говорила, 2500 общий. Так, здесь народу побольше. Вроде бы. Да, здесь народу побольше. Сейчас посмотрим. Ой, качели для фотосессии можно, представлять? Так, прям здорово. Конечно. Ты раскачаешься так, что я тебя и сниму, и фото засниму. Что хочешь. Илюха теперь за любой кипиш. Ему понравилось снимать. Просто боюсь, как бы до дома. Это только не до дома и все. А? Не забросишь опять? Илья все время начинает активно и быстро заканчивает. Ну что, вот тут. Вот тут. Вот тут люди. Вот. Зашибись. Надо найти тенек. Вон, я предлагаю вон туда, в тенек. Какой? Вон. Или мы не можем там лечь? В смысле? Так, мы нашли тенечек. Идем в него, потому что без тенечка здесь можно очень сильно сгореть. Я уже это говорила. Вот, мы решили здесь пока тенек. Вон, пойдемте туда, к средним лежакам, чтобы прям на людях будем лежать. Вот. Да понятно, но все равно хотя бы здесь сейчас пока тенечек. Ой, здесь есть вот площадочка. Переодевалки есть. Вон там. Наши пошли купаться. А мы с Илюхой решили пока просто посидеть, покайфовать. Пока здесь тенечек. Смотрю. Ловит, да? Ну, значит, это телефон уже все. Ну, я интернет у меня все время вот на вот этом телефоне. Это мой старый телефон, Samsung Galaxy A7. Старенький. 2000, по-моему, 16 года. И симка все время была мегафоновская, а потом вот мы, которую волна купили, все время на нем. Но он уже все, он уже не выдержит, он все время на раздаче, все время на зарядке, и он уже просто перестает то раздавать, то заряжаться. Ну, все, хана ему уже. Вот. И мы переставили симку к Илье на его iPhone. Да, Илюш? Ну что, ловит интернет? Да. Ну, значит, просто уже телефон все уже не выдерживает. Значит, тебе придется раздавать, да? Окей. Раздашь сейчас, я быстренько комментарий почитаю. Илья, я сейчас втащу. Сейчас будем узнавать. Ну, давай, узнавай. Зачем ты футболку вытираешь, блин, телефон? У тебя салфетка же есть. На камере. Так, как и салфетка раздавать. Давай, узнавай, как раздавать на нем. Так, давай думать. Ну как, где Wi-Fi, заходи. Интернет, Wi-Fi. И там должна быть это, точка доступа. Так. Хочу, время 10 часов, 10 минут. Хочу показать, сколько на пляже народу. В Коктебеле, по сравнению с здесь, вообще никого нет. Мы думали, там много. Это просто капец, товарищ. Тут столько народу не было никогда. От слова совсем. Ну, опять медузы. И, как по мне, холодная вода. Прохладная. Опять же, чтобы занырнуть, надо привыкать. Ну и плюс к этому куча, куча медуз. Куча-куча. Народ вон. Полно. Полно. И купаются. Все равно купаются. Ну, там, где народу побольше, там поменьше медуз. Вон, смотрите. Видно, нет? Ай! Прям иногда ходишь прям по ним. Но это вообще... Короче, много медуз. Много народу. Все отдыхают. Купаются. Стараются не расстраиваться из-за медуз и прохладной воды. В той стороне то же самое.
Водичка чистая, прозрачная. Вот это и хорошо, потому что хотя бы видно медузы. Можно их как-то... Да, много медуз. Вон они даже здесь, понад берегом их полно. Там есть места, где их практически нет, а есть, где прям много. Но есть. Повалялись мы на пляже, покупались. Раза три каждый сходил. Ну, или я только один раз. И это. Сейчас идем на поиски пропитания, как обычно. Я здесь не готовлю, потому что у меня тоже должен быть отдых. А то я дома задолбался уже готовить. Я говорю, что это за отдых, когда вы отдыхаете, а я, блин, у плиты стою, зашибись. Так что мы либо в кафешках кушаем, либо ну, в столовой кафешке. Либо бутеры я просто делаю, и все. Такое, чтобы прям готовить. А, один раз я вот это макароны с сосисками сварила. Но это не считается, потому что это такое. Это не готовка. А что? Нет. Я думала, вы заказали. Ты себе картошки фри заказала? Соус нет. Знаете, где мы сидим? Мы сидим в бургерной, да. Я бигтесте не поем в Макдональдсе, зато поем здесь. Ага, здесь есть бигтесте. Ну, видимо, на свой лад. Покажу вам цены немножко. Вот бигтесте 285 рублей. Ну, короче, смотрите. Я не знаю, видно, нет? Сейчас поближе. Вот так. Лосось. Я себе заказала сырные палочки. Дальше ролл, чикен ролл, ну и картошку фри. Они себе там что-то еще тоже назаказывали, потом покажем. Ну какой. Короче, рассказываю так, как я не поел в Макдональдсе в Биг Тейсте. Я зашел в бургерную в Крыму и взял себе Биг Тейсте. Сережка взял себе какой-то там чикен хреникен. Картошечки взяли, наггетсы, мама еще там все что заказала, там любимые супы, папа тоже Биг Тейсте взял. Принесли мне. Вот они мои палочки, мой ролл. Как шаурма, да? Что тут у нас внутри? Классно. Картошка фри. Мы отдохнули, все храпанули. И... Ой, я не слышу, Андрей, что там говоришь. Но это Андрей смеется. Говорит, скоро здесь провода будут, как в Таиланде. Много проводов. Наверху. Идем в магазин за водичкой на пляж. Купайся, купайся. Медузы не медузы, а на пляж по расписанию. На улице, не знаю, по ощущениям 40. Просто жжет все. То ли я уже подгорела. Я не знаю, мне даже через тунику все прям жгет. Смотрите. Это то, что вчера Илюха с Серегой вырыли. Такой тоннель. Здесь даже живые медузы есть. Вон, я вижу, плавает две. Две и три живые. Но смотрите теперь, что творится. Вы видели? Их просто выбрасывает на берег. Вот. И весь берег теперь в этих товарищах. Вот. Идешь просто по трупам, блин. И там еще их много. Вода очень сильно потеплела. Вода стала теплее. Сейчас пойдем купаться. Вода стала теплее, но медуз это капец какой-то. Только теперь еще трупы надо обходить, блин. Там выгоняют. Да, выгоняют? А, охранник ходит, выгоняет, да. Не, сюда не катят. Вон, пошли туда. Солнце светит. У нас случилось ЧП. Серега словил тепловой удар. Перегрелся. Короче. Лежит, помирает. Короче. Дурацкое это слово короче, да? Yeah. Илюха тоже его постоянно говорит. Мы сейчас ржали. Он смотрел свои видео в лайке, и у него через каждое, чуть ли не каждое видео. Короче. Вступление. Да, вступление. Либо, в общем... В общем или короче. В какой магаз пойдем? Сереге это, он себя плохо чувствует, слабость, знобит его, животик режет, перегрелся. Короче, перегрелся. Вышли мы на море,
Но недолго, недолго мы там пробовали. Ой, солнце прямо в глаза, вообще не могу. Недолго мы там пробовали. Серега начала животик резать. Пошли домой. А сейчас с Илюшей идем в магазин. Надо хлебушка купить, водички, туалетную бумагу. Сейчас будет супер трансляция, я еще кого возьму. Угу.